Итак, теперь на прогретую. Вот получается 0,27, холостой ход. И получается лопата полностью закрыта. То есть она дальше уже не идет. То есть холостой ход. Получается обводной вот этот винтик воздух пропускает побольше. И клапан холостого хода с дроссельной заслонкой. Получается воздух капает. Вот. Получается 0,27. То есть чуть-чуть приоткрыть будет, естественно, глохнуть машина. Но зато двигатель ровно работает, даже если газануть, то он всегда становится на свои места. Все четко и без провалов. Это теперь здесь. Так, дроссельную заслоночку. Сейчас посмотрим, что она покажет нам. Так, дроссельная заслоночка. 54. Это вот идеально, когда она заводится, прям приблизительно с полоборота. Так, клапан холостого хода я трогал. Сейчас тоже подойти бы поближе, замерю. Клапаном самая проблема. Я не знаю, как куда зафиксировать вот эти вот иголочки. Они постоянно выскакивают. Наверное, одной рукой я даже не смогу ничего сделать. Сколько у нас получается? 3,4. Можно округлить 3,4 на холостом ходу. Такие вот показания. Ну, а так вроде нормально все.